Снова привет всем честным бирюндеям. Начал я уже готовиться к зимне-весенним призушкам. Вот, тоже готовил материал для будущих велесовых ложек. Вот держала у меня будут уже по старой доброй традиции из можжевельника и дуба. А чапала в этом году решил я не заморачиваться. Наиболее ходовой товар у меня из ольхи и можжевельника. Вот бочечка можжевельника у меня тут немножко. И ольшишки. Вот заготовил еще дубовые. Ну, не знаю, буду делать из дуба. Все-таки это твердый материал, резать подольше будет, а мне важно количество. Ну и самая противная работа вот была, как у рыбака самая противная, наживлять крючок на червяка, так и у ложкореза конструктора самое противное было, блин, наживлять нержавеющий саморез на ламельку из осма. Вот, противная была работа, блин, нудная очень. Вчера вечером я начал, вот только вот закончил утром. Вот. Ну и потом вот пойдет склейка, вот таким замечательным клеем 5-бон-3, вот, водоотталкивающий. Вот, а потом уже на леточке буду готовить баклухи, как я уже говорил, к зимним посиделкам. Ложки уже начну, естественно, резать на зимних квартирах. Вот, уже забронировал место на ярмарке в декабре. Всех милости прошу на ярмарку авторской штучки в декабре. Не помню, 14-15, по-моему, или 15-16, или 16-18 декабря. Ну вот, а видим утащих. Вот, как видите, процесс этот не настолько сложный, сколько трудоемкий, блин. Вот изготовил я больше 100 штучек. Вот, у меня еще с того года остались заготовки. Поэтому, я думаю, мне до весны хватит. Я еще наделаю под обычные ложки. Так что подержусь до следующего удачного сезона, так сказать, на зимних квартирах. Вот, сейчас плавненько и не спеша уже перейду на ленточку. Буду уже, так называемый, бить баклуши в современном варианте. Вот, я говорю, процесс не такой трудный, блин, сколько вот время. Время очень занимает много. Вот уже сколько? Третий день сегодня пошел, как я квашусь, блин, с этими заготовками. Вот, и думаю, еще только завтра я закончу. Вот 4 дня у меня пройдет. Вот на полном вот это все. Так, забивание из-за комов, так сказать, на зиму. Рисуем на балды, как получится, какая форма вам больше нравится. Чем и хороши такие ложки. Таких ложек никогда не найдете одинаковых. Всегда чем-то они будут отличаться, чем они мне нравятся. Ну вот, господа хорошие, можно сказать, подготовительный процесс на примере вот этой велесовой ложки подошел к концу. Вот такая вот получилась покрушечка. Останется у нас, так сказать, коленная работа, резьба. Но это уже будет, как я уже говорил, при наступлении зимне-весеннего сезона, то бишь окончание дачного. Вот. Ну что, было приятно снова с вами увидеться. Надеюсь, вам понравилось.
моя подготовительная работа. Вот, так сказать, мини-мастер-класс я вам показал по изготовлению баклушки, только баклушки, а не полноценные ложки. Ну, баклушка это, так сказать, пол ложки уже, можно считать. Ну все, как всегда, не прощаюсь, до скорых встреч, пока.